15 мальчиков. А? Может быть и больше. А может быть и меньше, чем 15. Испуганными голосами мне говорили: пойдем в кино. Или в музей изобразительных искусств. Я отвечала им примерно вот что: мне некогда. 15 мальчиков дарили мне подснежники. 15 мальчиков надломленными голосами мне говорили: я никогда тебя не разлюблю. Я отвечала им примерно вот что: посмотрим. 15 мальчиков теперь живут спокойно. Они исполнили тяжелую повинность подснежников, отчаяния и писем. Их любят девушки. Иные красивее, чем я. Иные некрасивее. 15 мальчиков преувеличенно свободно, подчас злорадно приветствуют меня при встрече. Приветствуют во мне при встрече свое успокоение, нормальный сон и пищу. Напрасно ты идешь, последний мальчик. Поставлю я твои подснежники в стакан, и коренастые их стебли обрастут серебряными пузырьками. Но видишь ли, и ты меня разлюбишь. И победив себя, ты будешь говорить со мной надменно, как будто победил меня. А я пойду по улице. По улице.